Какие милые детишки. Два братика и две сестрички. Целых четверо малышей сегодня. Каждый из них представляет свой элемент в природе. Малышка в красненькой пеленке. Огонь. А ну, покажи-ка, действительно ли ты огонь? Да, это действительно так. Ай-яй. А ты вода. Хорошая такая водичка. У-у-у. Воздух. Скорее похоже на будущий шторм. Так, а ты, значит, у нас земля, да? И кажется, тебе пора менять подгузник. Но пахнешь ты приятно. Да здесь же цветочек. Прелесть какая. Добрый день. Я хочу взять у вас ребеночка. Ну что, простить там, воспитывать? Можно вот этого посмотреть? Ой, какой хорошенький. Ути-пути. Вот вырастет и будет мне помогать. Молодец, сынок, спасибо. А вот еще, может, возьмете малыша? Уже вроде все чисто. Но если заметишь где-то пыль, говори, мы все уберем. Спасибо, ребята. Ну что, поздравляю вас с двумя красавицами. Что? Так это две девочки? Роуз, смотри, у них скидка на мои любимые духи. Пап, понюхай. Посмотри, какие красивые туфли. Пап, купи мне эти туфли, пожалуйста. Сколько? Помогите! И что, ничего нельзя сделать? Ну, в принципе, можно. Например, взяв им в компанию двух симпатичнейших братиков. Ну и теперь подпишите. Поздравляю. Будьте уверены, у вас будет отличная семья. До свидания. Счастья вам. Фух, четверых сразу. Ну, удачи ему. Тише! Тс. Они еще спят. А значит, у нас полная свобода действий. Устроим братикам веселое утро. Итану все-таки очень-очень идет зеленый цвет. А Эрик похож на спящую русалочку. Думаю, им понравится такое дополнение к их образом. Есть! Уходим, пока они не проснулись. Что? Уже утро? Ладно, пора вставать. Это еще что такое? У тебя на лице настоящий морской пейзаж. Да посмотрел бы ты на себя сначала. У тебя же вон кукушка с гнездом в волосах. Так, ладно, пора все это дело смывать. Подожди меня. Сейчас прибегут, как ужаленные. Точно тебе говорю. А вот и они. А ну, пропустите нас в ванную. Мы, кстати, не просили, чтобы вы нас так разрисовывали. А вот возьмем и не пустим. Вход запрещен. Ах так. Элли, стой! Ну, не надо! Вот так-то. Откройте нам. Так нечестно. Ой, держись, кукушоночек маленький. И все-таки нам надо как-то это все с себя смыть. А что, если ты применишь свою силу? Ну, вообще-то, а почему бы и нет? С помощью своей сверхъестественной силы Эрик и вправду может добывать воду где и когда угодно. Дети, дети, все за стол. Я приготовил каждому по бургеру. Садимся и обедаем. Мне как раз одной штучки хватит. О, спасибо, пап. Я так проголодался. Похоже, наши четыре стихии даже не пытаются научиться ладить между собой. Да, таких необычных детей трудно воспитывать. Тем более четверых сразу. Эрик, ты что наделал? Это тебе за утро. Эй, мой бургер! Надо бы Элис тоже проучить. Хе-хе-хе. Будет знать, как не пускать нас в ванную. Ну что такое? Кыш! А, ну держись. Получила по заслугам. Оу, мой помидорчик. Опять ссорятся. Элис, подай вазу. Послушайте меня, семья – это главное. Когда вы каждый сам по себе, вас легко сломить. Но вместе вы гораздо сильнее. Видите, несокрушимы. А спагетти можете сварить и съесть. А я не хочу есть спагетти, я бургеры люблю. А Эрик взял и испортил мне обед. А ты превратила мой в угли. Хочешь? Не откажусь. Спасибо, брат.
Итак, тема нашего урока – гармония. Все, что вы видите вокруг – результат гармоничной синергии четырех земных стихий. И сила этих стихий в соединении способна исцелить все болезни на Земле. А теперь вас ждет тест по всему, что мы с вами учили. Пожалуйста, берите бланки, и на все у вас есть оставшиеся 30 минут. Можешь ответить на какие-то вопросы? Я вообще ничего не знаю. Есть идея. Простите, профессор, но у меня мокрые бланки, я ничего не смогу на нем написать. Снова эти ваши штучки. Не так быстро, Эрик. С вашим бланком все нормально, вы просто ничего не знаете и пытались меня обмануть. Я... Это не я. Вау, молодчина, Роуз. Думает, что им удалось избавиться от тестов. Не тут-то было. Я тоже кое-что умею. Ну а это что здесь делает? А, это наш гений Итан. Так, все, сдавайте свои тесты. Всем ставлю F. Жду на пересдаче. И давайте, идите уже домой. Это все Итан виноват. В чем дело? Ну-ка, показывайте ваши тесты. Что? Да как вы до такого докатились? Вы по финальному тесту получили F. Вы все двоечники. И вы все виноваты. Ты и ты. Я ни при чем. Это Итан. И ты, и ты. Нет, это все девчонки. Все из-за них. А я знаю точно, кто виноват и должен понести наказание. Так, только спокойно. Не надо делать из меня крайнего. Давайте сядем и спокойно решим, что с этим делать. Что произошло? Папа! Ох, моя голова! Цветочек, ты в порядке? Вот и славно. Папа! Что случилось? Папочка! Папа! Папа, держись! Что же делать? Срочно везем его в больницу! Это все ваша вина. Вы постоянно провоцируете. Ух, спокойно. Конфликты. А вы ведете себя как маленькие. Если бы не вы с папой, все было бы в порядке. Извините, что перебиваю, но вашему папе, похоже, очень плохо. Надежды мало. Крепитесь. О, нет. Это все из-за нас. Мы все виноваты. Неужели ничего уже не поможет? Боюсь, что помочь может только чудо. А что если нам взять всем и использовать свои силы? Точно! Вдруг и правда поможет! Ну же, давайте попробуем! Ничего не выходит! Кажется, ребята потратили всю свою энергию на ссоры! А помните наш последний урок? Его тема была гармония. И помните, как мистер Хантер сказал, что гармоничное соединение сил четырех земных стихий может исцелить любую болезнь? Да, точно. Мы должны все взяться за руки. Удивительно. Я, как и раньше, чувствую свою силу. Но как-то по-другому. Моя энергия такая же сильная. Но она стала какой-то более сфокусированной. Ом, я ощущаю в себе равновесие, как никогда прежде. Вау! Я чувствую мощный прилив энергии. Что-то изменилось внутри у ребят после того, как они решили держаться вместе ради отца. Они стали сильнее, но спокойнее. Я чувствую, как во мне поднимается какая-то волна энергии. Она сильная и позитивная. И я чувствую, что стал сильнее. Где я? Папочка, ты очнулся? Ты в порядке? Объясните мне, что произошло? Случилось небольшое происшествие, но, похоже, у нас получилось все исправить. Мистер Джонсон, коллеги, сюда! Это чудо! Настоящее чудо! Итак, как вы, наверное, помните, у вас сегодня пересдача. Ребята, у меня есть одна идея. Смотрите. Фе, ну да. Хорошая попытка, Элис, но безуспешная. А план был хорош. Похоже, на этот раз мистер Хантер настроен даже серьезнее. Ребятам придется выполнять тест до конца. Ой, мне что-то снова страшно. Я не знаю ничего. Хотя, если чуть-чуть подумать... Роуз, я знаю ответ на этот вопрос. Я тоже знаю некоторые ответы. Вот так вот, надеюсь, что все правильно. Ну а теперь дружественный бумажный рейс нашим братикам от их заботливых сестричек.
Я передал тебе ответы. Посмотри под партой. Круто! Мы можем выполнить все задания. Здорово! Ваше время вышло. Пожалуйста, сдавайте ваши работы. Так, так. Погодите-ка. Не может быть. Привет, дорогие мои. Ну как ваши дела? Привет, пап! Смотри, мы справились на отлично. Мы все. Дайте-ка посмотреть. О, вы просто молодцы, господа и дамы. Вот так вместе можно преодолеть любые сложности и преграды.